как бы одну латку приклеили. Ну здесь вот она не травит, ну. Видите, что происходит с резиной при эксплуатации? Да. Неправильно. Получается он. С нарушением, так скажем. Трещина. Давление. Это я еще видел. Ну, все, где? хватит. Да. Ну, в общем. У меня и так уже сердце крови обливается. Сборка колеса. Ну, все, смазываем сразу порт. Мылом для того, чтобы нормально делать. Как бы для смазочки. Послынуть ты треба. Месяц поработал, стал верблюдом, да? Да. Каждый скат слынув. Облизал все скат. Так, это у нас будет правый, да? Ну, опять-таки, рисунок. Ну, объясни, как, если направление. Да, ну, так вот, чтобы не искать, тут стрелки, допустим. Ну, видно визуально, да, по рисунку, допустим, протектора. Ну, стрелка туда направлена. То есть, если это будет правый, то должна стрелка влево направляться. Ну, то есть, если посмотреть, вот так вот, мы уже соберем, и потом поставим вправо, то он будет крутиться вот так вот. Ну, в принципе, все правильно. Вот, потому как иногда грязно, иногда не видно вот тут стрелки, начинаешь думать, ну, как бы. Как бы если стрелять. С правой стороны, значит, в левую повернута стрелка должна быть. Да, опять-таки. Когда диск стоит вверх на лицевой стороне, ну, как. Ну, да, как раз бортируется. Так правильно, потому как если с другой стороны бортировать, особенно если это титаны, там с внутренней стороны вот такое посадочное место, как бы с оттуда его там не разбортируешь, иногда и начинает корд рвать и тому подобное. То есть бортировать все время нужно в таком положении. Даже здесь, по-моему, вот эта часть, нет, здесь одинаково. Ну, в основном на титановых дисках налетели. Ну, я думаю, этот диск титановым не станет никогда. Ну, как бы, мортировка, ну, здесь нахлёст, а здесь надо, чтобы... А я вижу, что всё классно пока. Всё очень просто, да? Задели, да, нажали кнопку, всё крутится, как бы никаких усилий. Всё, покрышка на месте. Кнопку нажали, лапа откинула. Теперь как накачать? В чем секрет? Качать? Мастерства. Да не так, хотел сосок подъем немножко, как видите, там правильно. Не, ну по поводу давления, которое мы сейчас дадим. Давление, да. Ну, я накачиваю сразу атмосферы 3-4. Для того, чтобы как бы покрышка села на свое место, как положено. Иногда бывает перед балансировкой покрышка не полностью садится на свои посадочные места. Ты все, что ее подбалансировал, все нормально. А потом, когда ставишь его уже на машину, он где-то там по ямам проехался или просто проехался, оно на свое место стало, и балансировка нарушается. Потому вот скат уже совсем по-другому стоит. То есть на дуле тут манометр есть, все, ну, 3,5-4 в принципе достаточно. Иногда некоторые скаты только при 3,5 начинают отстреливать, ну как бы свое место занимать. Все, 4, ну и... Естественно, мы его спустим сейчас до, да, двух, до 2 атмосфер. Да, рекомендованных 2,1, там 2,3, кто как ездит. То есть мы немножко время отжигаем. Буквально секунд 5 и закручиваем. Иногда получается так, что угадываю, что оно на 2, иногда не получается, как бы. Вот как сейчас. Ну, ровно 2 атмосферы. Давай не все. Проверяем заводник. Я же облизал все скаты. Как бы все нормально. Ну, в принципе, бортировка. Нажимаем опять, лапы сжимаются, отпускают наше колесо. Ну и снимаем вот отсюда. Все, готово к балансировке. Сейчас еще раз проверим.